Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о таком расширении Pedagin Spins in Science. Данное расширение служит в основном для разработчиков. Данное расширение показывает скорость сайта и насколько он подходит для параметров SEO-оптимизации. Я вам сейчас расскажу. Давайте его сначала установим, данное расширение. Нажали вот сюда, установили данное расширение. Все буду показывать на своем сайте, конечно же, любимом. Вот, видите, я уже установил данное расширение. Нажимаем на него. И все, пошло сканирование сайта. Берется ссылочка, именно, вот видите, я на этой странице находился. Она и берется как оригинальная ссылочка, которую будут проверять. Если бы я поставил главную страницу, она бы с главной проверялась, со вложениями. Видите, вот главная страница, здесь вложения есть. Сейчас я вам тоже покажу. Вот, как говорится, страница внутренняя и страница с вложениями. Ну, как вы можете видеть, некоторые параметры не подходят по скорости у меня, к сожалению. Извините, конечно, нагрузка такая большая у меня. Но буду оптимизировать, буду повышать скорость, буду улучшать, кэш буду поднимать, все будет хорошо. Также можно посмотреть, для компьютеров она более хорошо работает, но смотрите здесь. Разницу замечаете? На странице и вот здесь. Разница большая, да? То есть, данное расширение показывает для каждой страницы уникальную скорость и уникальная скорость загрузки. Ну, здесь показывается, как сайт быстро начинает работать. Скорость сайта, нагрузка на процессор, нагрузка на компьютер пользователя. Насколько быстро пользователь сможет пользоваться сайтом. Вот так вот. Я стремлюсь улучшить каждый показатель, но пока начинают большие успехи у меня быть. Пока что есть небольшие проблемы в виде ускорения самих картинок, но это поправляется и это уже идет на разработке. Как вы можете видеть, у меня две версии сайта. Одна для компьютеров версия, другая для мобильных устройств. Ну, кто смотрит меня с мобильных устройств, те знают. Здесь, как вы можете видеть, она побыстрее. Почему? Потому что на ней меньше плагинов загружено. Меньше вот это вот. Видите? Для мобильных устройств я на это экономлю. Я это оптимизирую, уменьшив коды буду уменьшать, и все будет работать быстрее. Так, видите? Как здесь она загрузилась, и как вот здесь она загрузилась. Вот так вот. Так что крепитесь, друзья. И кто увлекается также сайтами, как и я, обязательно пользуйтесь данным расширением, потому что оно поможет вам развивать ваш сайт. Если какие-то вопросы возникнут по оптимизации сайта или что-то в таком духе, не стесняйтесь, пишите мне, я вам помогу обязательно. Всем спасибо, до свидания. Не забудьте поставить лайк и подписочку не забудьте влепить. Всем спасибо и удачи. До свидания.